Добрый день, дорогие друзья. Итак, давайте мы в качестве разминки кое-что повторим, а кое-что немножко по-новому сделаем. Так, а что мы сделаем? Мы сделаем с вами еще одно колечко. Ctrl-A. Меж. И возьмем... А цилиндрик мы возьмем. Вот так. Сейчас включу еще. Вот это вот повторение мать учения. Так, далее в Edit Mode переходим вот эти сюда, в полигоны, и уменьшаем чуток, вот так. Здесь, да, переходим в Edge и говорим, что Bridge. Пробить. Есть, отлично. Обратно переходим в объект мод. И говорим S. И по оси Z. Вот такое у нас будет кольцо. Но. Мы сделаем некоторые изменения еще. Так. Ctrl-R. Ой. Извиняюсь. Так, Edit Mode. Нам нужен Edit Mode. Ctrl-R. 4 сделаем. Вот так. Вот. Вот эти две. Мы их сейчас раздвинем. S. По Z. Вот так. Вот так. А вот эти две, мы их S вот так выдвинем чуть-чуть. Так. Далее. Вот это тут мы тоже сделаем Ctrl-R. И S по Z. Вот так. Отлично. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Для этого мы пойдем Modifier, возьмем Subdivision Surface и глядим. Чуть-чуть подвинем сюда, чтобы не выделялось из сюда. Вот так, все. Колечко готово. Толстовато немножко получилось. Мне кажется, что она немножко толстовато получилась, поэтому мы сейчас сделаем следующее. И S. Вот так. Так будет она гораздо лучше. Сюда, конечно, красивше. Три. Да. И в плюс Edit Mode. Так. Mode. И скажем Smooth. Все. Готово колечко. Дальше. Мы с вами сделаем следующее. Отключим колечко. Здесь поставим Ctrl Shift A. Возьмем циркл. И теперь перейдем в Edit Mode и поднимем наверх E по Z. Вот так, теперь мы ее сожмем в центр. Дальше E, и вернее. Не И, а Е. И мы сейчас ее возьмем. S. Лучше S использовать. Так, теперь Е вниз. И маленечко раздвинем. Вот так.
получим такую штуку. Отлично. Теперь здесь выделим и опять же скажем экструд. Экструд, но экструд нам надо вот сюда пойти и сказать экструд по нормальным. Стоп, стоп, стоп. Экструд по нормальным. То есть он вот так должен быть. Так, экструд по нормальным. Теперь нормальный экструд возьмем. Так. Видели вот это и опустим Е по Z. Ну так допустим, да? Хотя до этого надо еще кое-что сделать. Прежде чем мы это сделаем, я такой, что перейду в точки, выделю все точки и скажу ему rotation. Не важно в какую сторону, вот этому rotation сделать, так? Теперь мы скажем экструд индивидуэль Е по Z. Вот так. Угу. И если мы теперь скажем subdivide surface, нет. И, мне кажется, и надо. Да елки забыл. Так, вот я выделил ее так. Теперь я выделил это. Теперь мне надо и сказать. Ну, инструд индивидуэль. Вот. Теперь вот. Все правильно. Теперь все правильно. Экструд индивидуэль. Вот. Мы их подняли. Отлично. Получили вот такую штучку-дрючку. Теперь раз, два, три, раз, два, три. Хорошо. А здесь мы еще сделаем так. Хорошо, вот так мы сделали. Если мы так вот выделим и потянем это дело теперь уже вниз. Так, далее S сюда чуть-чуть подожмем. Теперь E. Е, но экструд вот так. Вот так. Замечательно. Ну и в принципе можно F сказать, все закрылось. Вот так. И еще теперь один прикольчик небольшой. Мы выделим теперь вот это. И потянем его вниз. G по Z. Вот так. Чтобы у нас там поместился камушек. Ну-ка. Модификатор. Subdivision. Вот так. 3. 3. Отлично. Вдобавок объект мод, да, все хорошо. Мы теперь сделаем следующее. Так он нормально все выглядит. Смус. А сюда мы поставим камушек. То есть
Shift A. Пошли в меш. Возьмем диамант, возьмем бриллиант. Вот так. И его немножко уменьшим. Z. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вот так. Вот так. Посмотрим сбоку теперь. Видим, что у нас вот тут лишнее. Тут, в принципе, можно просто отсечь с помощью. Давайте попробуем просто отсечь без всяких этих, и чтобы не менялась никакая геометрия. Просто попробуем. А мы возьмем сейчас меш и возьмем теперь кубик. Кубик опустим вниз, G по Z. Так, смотрим сбоку. А чьи-то так она выгнулась-то у меня. Здрасте, да? Здрасте. Вот так вот надо. Все отлично. Теперь этот GZ вот отсюда, допустим, да? Угу. И теперь скажем. Дифференс. Наоборот, надо было. Надо было вот этот выбрать. Вот. А таргет сказать, что у нас. Стоп-стоп. Что у нас бриллиант. Из бриллианта мы будем вытаскивать. Все. Вот, видите? То, что нам и нужно было. Вот там чуть-чуть. После этого мы можем или оставить круглое, или же сделать следующее. Вот цикл. Да, у нас. И мы можем его сейчас S по Y начинать. Вот, допустим, вот так сделать, да? Вот так вот элегантнее. И здесь тоже S по Y. Все. Тут какой-то кусочек остался. Ну, мы его сейчас просто сделаем чуть поменьше по Z, да? Вот все, оно сейчас. Так. Теперь, где у нас? Ясно, что у нас эта штука, она слишком велика. Вот сделаем где-то вот так. Скажем ему какой-нибудь там rotation по Y на 90 градусов. Дэнс есть. И теперь подвинем G тоже по X теперь уже и сюда двигаем. И получаем вот такое колечко. G по X немножечко вот сюда. Нет. Циркль и Добби. G по X сюда. G по X. Опа. Ну и все. Готовое колечко со всякими там красивостями. Останется покрытие всякими текстурами. Поставить здесь кристалл. Материал кристалла. Все. Готово. Видите, недолго, в общем-то, и мучились. Так, хорошо. Всего доброго, друзья. На этом я заканчиваю. Пока.